То, что мы сейчас с вами посмотрим, это формат Prezi, который встроен, это один из модулей, один из элементов большого спецпроекта. Чем отличается, как выглядит этот формат? Вообще, изначально это такой большая интерактивная доска, на которой размещены элементы, текст, изображения, различные ссылки, и пользователь ходит по этой большой доске, по определенным точкам маршрута. Давайте посмотрим, как это выглядит. То есть вот я переключаюсь на одну рамку, приближаюсь к другой. Формат Prezi позволяет поворачивать вот маршрут, да, переносить из разных точек этой большой интерактивной доски в разные, приближать, отдалять. То есть можно предусмотреть сценарий таким образом, чтобы идти, вот, ну, например, да, вот здесь вот слайдер реализован таким образом, или менять общий план на крупный, приближать, да, зуммировать какие-то элементы. То есть это все позволяет выстроить определенную логику рассказа. А пользователь идет, вот листая вправо, ну или влево, можно вернуться обратно. Пользователь будет листать эту историю и двигаться по тому маршруту, который для него предусмотрел автор. Здесь невозможно сделать общий план и пользователю самому выбрать путь, по которому он будет идти. Здесь, конечно, такая линейный сценарий, и автор полностью контролирует нарратив, который предлагает своим читателям, своим пользователям. Сюда можно встраивать видео, можно встраивать фотографии, карты, схемы, тексты. Здесь полный мультимедийный набор может быть представлен. Вот такой вот формат Prezi.